13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. Данная болезнь относится к заболеваниям сосудистой системы, в процессе которого густеет кровь, а затем формируются тромбы – плотные сгустки на внутренней стенке сосудов. Тромбоз глубоких вен опасен отсутствием видимых симптомов. Зачастую пациенты не замечают у себя никаких особенных признаков, так как вены находятся далеко от поверхности кожи. Накануне Всемирного дня тромбоза каждый желающий мог проверить свою свертываемость крови. Акция состоялась на площадке университетской клиники КФУ. Прием антикоагулянтов – это очень серьезно. Это образ жизни, это культура. Вот сегодняшний день именно призван наших пациентов немножечко упорядочить. Еще раз им сказать, что антикоагулянт – это лекарство, да. Он должен войти в структуру жизни пациента, но обязательно должен контролироваться. Насторожить человека и заставить обратиться к врачу должны такие симптомы, как отеки, тяжесть в ногах, боль в области голени или онемение конечности. Последствия поздно выявленного заболевания могут быть необратимы, так что лечением пренебрегать не стоит. Прием препарата и постоянный контроль позволит предотвратить образование тромбозов и тем самым снижать риск инсульта. Пациентам с высоким риском тромбоза необходимо постоянно находиться под контролем специалиста, регулярно делать анализы для определения свертываемости крови, постоянно принимать препараты, разжижающие кровь. Все перечисленное снижает риск инсульта почти на 70%, утверждают врачи, и на 30% уменьшает уровень смертности. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.